Иди молотить. Не могу, брюхо болит. Тит, иди кашу есть. А где моя большая ложка? Утро. Туман. Рассвет. Идут колхозники на работу. Идут колхозники на работу, за ними лошадь. Ее бьют. Она еле тащит что-то. Уже далеко колхозники, а лошадь выбивается из сил. Что-то тащит на толстом канате, выбивается лошадь из сил. Тащит лошадь Тита, а Тит сопротивляется. На молодьбу Тит не очень спешит. Поддергивает Тит портки, изо всех сил пытается тащить Тита лошадь. А тем временем у молотилки собираются люди работать. Засуетились решета, окутались пылью половы, посыпалось на землю из сосков зерно. Работает на полове в пыли человек в маске. Глянул на сыпящееся зерно, закричал: «А где же Тит?» А Тита тяжело тащит лошадь. Потерял Тит башмак, оглядывается, пытаясь вернуться, уперся. Уперся Тит, отцепил петлю. Быстро накинул ее на крюк курятника. Перевернул на ходу конь курятник, разлетелись куры. Тащит конь перевернутый курятник, вернулся Тит за башмаком. Сел, стал обуваться. У молотилки меж тем волнуется народ. Человек в маске записывает Тита за опоздание на черную доску. Возится Тит с башмаком. Парень с лошадью подскакал, накинул петлю. Накинул петлю, потащил. Тащит Тита по полю, тащит на работу. Работает молотилка, работает, работает, а Тит-весовщик 4 мешка принимает с молотилки зерно. Но спадают с Тита портки, так как нет на портках пуговиц. И, подтягивая их лишь одной рукой, неловко орудует Тит с мешком. Поворачивается за гирькой, наклоняется, берет ее. Берет самую большую гирю. Привязал гирю к штанам, штаны пошли вверх, гиря вниз. И пока он, отвернувшись соломкой, пытался подвязать их, пока возился с непослушной одеждой, прошла лошадь. Затянула петлю. Тит грохнулся. Переполнились мешки зерном, и полилось зерно через край на землю. А молотилка будто решила утопить Тита в зерне, торопится молотилка. И не видит Тит, заковырявшийся с портками, что громадную гору зерна навалила молотилка. И, обернувшись, вдруг испугался Тит. Рванулся к машине, растерян залез в зерно, но турнул его прочь суровый мастер. И сам занялся зерном. А Тит, пытаясь овладеть непослушными портками, уселся на кучу обмолоченной соломы. И не заметил он, что рубашка его зацепила за цепь волокуши. И когда потащили волокуши отработанную солому, то вместе с соломой потащили и Тита. И никто не заметил в горячке, что утащила волокуша бесталанного Тита. Тащила его вместе с соломой на большую скирду, на самую верхушку. И орет Тит, что есть мочи, призывая на помощь. И совсем бы плохо пришлось несчастному, если бы не услышали наконец истошного его вопля и не бросились к нему на помощь. Услышав, засуетились люди, остановили волокушу, отцепили Тита. Остановили молотилку, засуетили, зашумели и забинтовали Титу голову. Да так забинтовали, что остался снаружи всего один Титов глаз. Уложили Тита на носилки и понесли. Несут убогого Тита. Подхватил он на ходу оброненную ложку. И так как настало время обеда, расселись люди наспех пообедать, оставив за углом скирды носилки с ушибленным неудачником. Там, где оставила кухарка в большой чашке, второе от обеда. Обедают люди, оживленно обсуждают случай с Титом. Мертвецом лежит неподвижный забинтованный Тит. Стоит рядом чашка с мясом. Сидит рядом старая облезлая собака. Едят люди, не обращая внимания на Тита.
Тогда пододвинул Тит чашку с мясом поближе, вытащил большую свою ложку и ловко раздвинул над ртом бинты. Начал Тит, торопясь и давясь, и, подталкивая куски пальцами, уплетать второе. Старый пес не стерпел. Вежливо-вежливо, с опаской облизываясь и нюхая вкусный запах, попросил он у Тита хоть костку. Но свиреп Тит на еду. Что ни силы метнул он паршивого пса палкою и зверски продолжал насыщаться. И когда кухарка подошла за вторым, Тит лежал, как ни в чем не бывало. В чашке остались горькие крохи, а пес, жадно облизываясь, сидел в стороне. Заорала кухарка благим матом. Повскакали колхозники, и хватили они всей дружной бригадой в погоню за перепугавшейся насмерть собакой. А два человека взяли носилки с Титом и потащили несчастного к врачу. Между тем поймали колхозники облезлого пса, и чтобы неповадно было паршивому воровать, приготовили для него прочную веревку. А Тита так и принесли в амбулаторию, и стал его разбинтовывать врач. Доктор, быстро орудуя над Титом, сказал носильщикам: «Может быть, выживет». Носильщики испугались. 40 бинтов снял доктор с головы ушибленного и обнаружил на лбу лишь легкую царапину. Сказал: «Определенно выживет». Все набросились на Тита. «Ах ты, подлый Тит!» Но Тит с видом покойника слабо прошептал: «Главный-то ушиб, он в животе». И когда заголил врач брюхо Титу, то увидели все, что живот действительно вспух, как у дохлой кобылы. Стали ставить Титу спасательные банки. Поставили. Затянулся Тит папиросой доктора, поднялся, глянул с испугом на клизму, и сорвался Тит вместе с банками. Так с банками и перелез через забор. Послали раз Тита гусей продавать. Провожает его правление колхоза: «Смотри, Тит!» Идет Тит с гусями на колхозный базар. Устал Тит от тяжелой ноши. Устал и потому присел. Вынул коробку, посмаковал, вытащил селедку. Думает и подсчитывает, работая с хвостом селедки, как с папиросой. Пишет, посчитал, сколько всего на пальцах. За гусей записать 2 трудодня. Титу 2, 2 Титу, а всего 4. Пошел Тит дальше. Незаметно от него отстал один гусь. И пошел гусь обратно. Идет Тит под солнухами, идет Тит с гусями. Но тут лопнул у него мешок. Вывалились сзади гуси. Тит бросился за ними, костеря всех подряд. Гонится Тит за гусями. Один гусь забился в подсолнухи. Тит на четвереньках полез за ним. Виден сквозь подсолнухи Тита в нос. Появилась рука Тита. Поиграла, схватила гуся за нос. Тем временем подошли гуси к берегу, а гусь воду любит. И поплыли гуси прочь от берега. Манит Тит гусей, танцует, чмокает, снимает шляпу, встает на колени. Гуси ноль внимания. Снимает Тит рубаху, снимает штаны за кадром. Привязывает гуся к снятой одежде. А гусь птица пугливая, гуски броненосцами хитрые. Долго ловил Тит гусей. Уж он и нырял, и плавал, и снова нырял. А гусь, оставленный на берегу, пошел себе куда-то и потащил Титову одежду. Наконец вылез Тит на берег, а гуся нет. И одежды нет. Ищет. Тащит гусь Титова барахло, тащит. А Тит забрался в подсолнухи, потянулся, зевнул, та и уснул. Стоит гусь перед крыльцом колхозного правления с одеждой Тита. Правление. Выбежал на крыльцо народ. Схватили люди гуся. А Тит все спит. Подняли люди Титовы брюки, вытащили коробку, читают:
За гусей записать 2 труда дня. Титу 2. 2 титу, а всего 4. Прочитав, люди посмотрели на гуся и удивленно друг на друга. Побежал народ искать Тита. А Тит идет, обряженный баядеркой. Идет народ под солнухах, ищет Тита. Бредет Тит весь в цветах. Услыхал, насторожился. Юркнул под солнухи. Остался на дороге один башмак. Прислушался Тит. Присел и боком-боком в кусты. Народ нашел башмак. Девушки долускали семечки. Бросили. Пошли к подсолнухам. Подошли к подсолнухам. Выбирают. Выбирают, выбрали, стали рвать. Сорвали. Появился вдруг Тит. Испугались все. Побежали в разные стороны. Убегает Тит в одном башмаке. Убегают с криком девчата. И Тит исчез вдали. На собраниях Тит молчит. Колхозное собрание. На повестке вопрос о весеннем севе. В феврале молчит. Спит. Председатель голосует. Встает президиум. Все голосуют. У стены спит Тит. Сосед толкает его в бок. Тит поднимает руку и, не опуская ее, засыпает. Остался Тит один с поднятой вверх рукой. В мае молчит. Идет собрание. На повестке вопрос об уборке хлеба. Сидят колхозники. Сидит Тит с резиновой трубкой. Сосет потихоньку молоко. В окно протянута трубка. Сосет Тит молоко. Через забор идет трубка. Трубка протянута к коровьему вымени. Вот оно, вымя. Сидит рядом малыш, жует корку. Идет собрание. Голосуют люди, смеются. Парень, сидевший рядом с Титом, тихо и хитро смылся. Председатель все голосует. Парень, что был рядом с Титом, отнял трубку от вымени и сунул ее в стоящую рядом лужу. Тит смеется вместе со всеми. Внезапно потянув из трубки, с ужасом стал плеваться. В августе Тит просыпается. Председатель собрания говорит. Вопрос о том, как раздавать авансы. По едокам или по трудодням? Тит выскочил петрушкой выше всех. По едокам! По едокам, орет Тит. Взбунтовалось собрание, но Тит выше всех. Парень возмутился. Хватил Тит по трудодням! И подвел его за шиворот к доске, на которой было записано, что трудодней у Тита всего 18, а у парня 234. Голосуют граждане. Кто за едоков? Тит вполз. Поднял руку. Голосуют. Тит вскакивает. Кто за едоков? Поп голосует за едоков. Кулаки за едоков. Титова фамилия в углу. По команде Тита, как один, все подняли руки. Ведь дал Тит команду. Кто за трудодни? Мимо Тита идет парень с мешками. На ходу Тит спросил, сколько? Парень, подбросив мешок, сказал, аж 14 пудов получили. И ушел. Проводил взглядом Тит парня, стал на пальцах считать. Считает пальцы, не хватило. Стал разуваться. Разулся. Считает на ноге. Разул другую. Считает. Благословил Бог Тита семейкой. Встал Тит. Свистнул. Изо всех углов и закоулков посыпались члены фамилии. За Титом рванулась семейка вперед. По пыльной дороге, по улице спешит, торопится Титова фамилия.
20 ртов торопилось за хлебом. Едоки. Тут и скрюченная в три погибели старуха, и бодрый старик, и тетка, и беременная двойня жена с тремя малышами на руках, и целый десяток манек, мишек, пашек и паранек. И назначили Тита огородным чучелом. И среди всех чучел чучело Тита было самым страшным.